Я представляю вам стихотворение человека, боящегося Бога, христианку и маму. Это Наталья Шевченко. А он лежал среди ягнят. Не на шелках лежал, на сене. Впервые трепешный наряд, впервые дрожь в нежнейшем теле, впервые полной грудью вздох. Смешались запахи в едино трава, сырые доски, мох, воск от свечей, навоз, овчина и молоко. Младенца крик в ту ночь пронзил собою вечность. Сын Божий к матери приник, приобретая человечность. В своей беспомощной плоти, себя приблизивший к творенью, он мир увидел изнутри. И в то же время стал мишенью. Вся тьма в движение пришла, когда в убогом том сарае любовь на землю снизошла. Сбывалось слово, сказанное Богом: «Ликуй!» Трубили небеса. Но мать с тревогой душевной могла ли понять, кому в глаза она тогда смотрела первой? Осознавала ли до конца, кого, дыханием согревая, что сына самого Творца руками к сердцу прижимала? Была ли вера и покой, когда усталая с дороги, стучась в гостинице средь боль, у Господа прося подмоги? Могла ли знать в той суете и неустройстве этой ночи, что Бог присущий простоте на яслях взгляд сосредоточил? О, чудный вечер Рождества, такой не по-земному странный, родился царь без торжества. Пришел спаситель долгожданный, не на коней, не с мечом, на властелина не похожий, таким естественным путем явился людям Агнец Божий. Никто предположить не мог, что тот, кто был обещан свыше, омоет столько грязных ног, пойдет к отверженным на днище, что он простит блудниц, воров, обнимет даже прокаженных, и много непонятных слов он скажет толпам удивленным, что он решит вместо дворца и драгоценного убранства избрать иголки из венца и нищету вместо богатства, что он, смирившись до крови, для каждого найдет ответ. На запястье свои он примет гвозди, не браслеты. Но пока ручонки те сжимали хрупкую солому, и, засыпая в темноте, Бог привыкал к пути земному.
все впереди. И боль, и смех. Он в нашей обуви пройдется, но победит собою грех и в душах светом и зальется. Недолго будет жить среди нас, но что задумал, все успеет. Он нас поймет, он даст нам шанс, он ход истории изменит. Отныне будет мир другим. И вера наша не напрасна. Кто твердо следует за ним на теме, смерть уже не властна. Слава Богу!